бесплатний взагалі. А потім потихоньку, це до Нового року щось 97, а після я дзвонив, сказали 120 гривень. Угу. Ну, вроді би 70 з чим-то каналу. О, Воля теж щось там лупить. Та всі хочуть заробити, звісно, але... Если так дорого, честно. Так, в данной квартире Воля кабель становится все дороже и дороже. Поэтому задумка перейти на цифровое телевидение Т2. Есть, тем более, приставочка Strong. Остается за малым или за большим подобрать антенну. Антенна Энергия, логопериодическая, комнатный вариант. Вот такой производитель у нас. Вот такие вот координаты. И мы сейчас посмотрим, будет ли она брать отраженный сигнал, потому что антенна, вышка телевизионная от нас находится на расстоянии 4 километров и в противоположной стороне. Оказалось, на окне не очень хорошо. И как раз 610 МГц теряется, а вот в этом месте очень даже неплохо. Кто не знает, антенна вылавливает 4 пакета цифрового телевидения по 8 каналов на 4 частотах. В Полтаве частота 506 МГц, 554 МГц, 610 МГц и 698 МГц. И вот, оказывается, вот это положение... Вот в углу комнаты, возле телевизора, оно получается и самое удобное. Не нужно окно загромождать. И не нужно никаких польских антенн. Не нужно никаких антенн с усилителями. Абсолютно пассивная комнатная антенна. Зачем переплачивать лишнее? Таким переключением мы убеждаемся в том, что быстро вылавливается канал, нету подмораживания, долгого определения сигнала. В этом тоже есть показатель, потому что если плохой прием, канал может долго не включаться, долго думать. И только потом появляться спустя какие-то секунд 10, 15, 20. Вы видите на видео, что они появляются сразу. ,698 МГц. Ну и лучше, конечно же, проквацать от 1 по 32, чтобы вот именно посмотреть быстроту, как происходит настройка канала, быстро или нет, качество, уровень. Ну, в общем-то, вот такой уровень на всех 4 пакетах очень даже неплохо при таком положении антенны. И сейчас прием на приставку ROM-SAT, потому что Strong, который годик пролежал, с какой-то проблемой. Сейчас подключим и посмотрим. То есть проверка антенны происходила на тюнере ROM-SAT. Вот, кстати, вот такие тюнеры я пропагандирую, чтобы у вас и индикатор был на передней панели, и кнопка включения-выключения, и меню, и переключение каналов, и увеличение громкости лучше, чем вот такие тюнеры внизу. Потому что если у вас что-то с пультом случилось, вы уже на самой приставке ничего переключить не можете и не понимаете ее состояние. Работает она, не работает. Здесь более визуализация хорошая на таком тюнере. А приставка у нас вот так вот чудит. Периодически, наверное, раз в минуту перезагружается. Вот этот вот Strong. Загрузка, завантажение Т2. Хочет обновиться, но у нее не получается, похоже. И вот если подождать, сейчас опять будет перезагрузка. И вот вам такая ситуация, когда действительно непонятно. Кнопок на самом блоке нет. Пульт батарейки проверили. Он рабочий. Почему же вот это вот происходит? И почему прошивка инвалид? Что там случилось с прошивкой? На пульт приставка не реагирует. Не реагирует, я не могу ее выключить, включить. Все, вместо приставки кабельного телевидения Воля остановились на варианте с новой приставочкой ROM-SAT, антенна Энергия. Вот так вот на тумбочке. Все пакеты прекрасно принимаются. Цифровое телевидение Т2, сигнал устойчивый. Имейте это в виду. Не всегда пытайтесь настроить антенну где-то за окном, на окне. Вполне возможно, что в вашей квартире есть место, где она будет работать лучше, чем на окне. Або всередині країни хтось хоче, вибачте, загубити українську культуру, да? Або зону хтось діє. Тому за часи Януковича ми бачимо, які були закони. Ми бачимо, які приймалися акти. Тобто не було практично лобів. І от вам, як говориться, зачем платити більше? Смотрите. Антенна стоїть навіть не возле окна, стоїть возле телевізора. Тюнер Т2. Кстати, всем рекомендую, может быть, повторяюсь, именно такие тюнеры, которые с кнопками впереди, и с часами, и с индикацией номера канала, включением и заходом в меню. Именно с передней панели это намного удобно, чем тюнеры, которые не имеют вот таких вот кнопок впереди. И советую тюльпаны сзади. И, соответственно, тюльпаны в телевизоре подключены. Телевизор Samsung. Вот такая вот модель у нас. Долгожителя очередного. Смотрите. Работает. Где я нахожусь? Город Полтава. Желтенькая метка — это телевизионная вышка полтавская. Я нахожусь в районе Сады-1. Синяя метка, расстояние примерно, смотрите, 5 километров линия какая, да? И я примерно нахожусь, ну, меньше 5, примерно 4 километра. Зону видимости перекрывает вот это вот здание. И оно как бы мешает, но парадоксы цифрового телевидения такие, что вам не обязательно городить какой-то огород с мощных антенн, содержащих внутри усилитель, многоэлементных. Специально вам показываю условия приема. И я могу сейчас попереключать каналы, чтобы вы убедились, что прием... Прием цифрового телевидения в Полтаве происходит на 4 частотах, 4 мультиплекса, по 8 каналов в каждом мультиплексе. То есть на одной частоте 8 каналов. Вот так вот цифровая аппаратура уплотнения работает. А раньше на одной частоте один частотный канал дециметровый работал, теперь 8. 506 МГц, 554 МГц, 610 МГц и 698 МГц. Это значит, что у нас 32 канала сейчас принимает вот этот вот старенький телевизор, который говорят, что да им пора уже на пенсию. Смотрите, 32. Я специально не буду показывать высоко, потому что есть авторские права и могут забанить это видео из-за того, что там будет какое-то изображение. YouTube посчитает, что оно защищено там чьим-то авторским правом. Вот то, что ловится в Полтаве. Вот один канал всегда идет таблица для телемастеров. Полный цветной телевизионный сигнал. ПЦТС. Кстати, наверное, будет удобно смотреть осциллографом внутри телевизора на табличке. Должна быть очень красивая осциллограмма. 12, 13, 14, 15. И смотрите, как быстро происходит переключение. И поиск картинки, значит, антенна уверенно принимает. Если у вас вот этот захват происходит медленно, значит, вполне возможно, что не очень хороший прием у вас. Если быстро происходит, значит, у вас уверенный и хороший прием. Так. 20. Вот это вот счастье, да, в Полтаве. 32 канала, и не надо никаких кабельных на сегодняшний день. Вы полностью автономны. Никакие счета вам домой не приходят, от которых вы нервничаете и психуете. Это я вам говорю со слов многих людей, от которых я слышу эти возмущения, что кабельная все время дорожает, и нужна какая-то альтернатива. Кабельная у нас все дороже и дороже, а цифровое эфирное телевидение Т2 бесплатно. Смотрите, как показывает хорошо Samsung. Я не приближаю, чтобы не было искажения камеры. Антенна «Энергия». Опять же, помощник недорогой, доступный, надежный. Конкретно в вашем регионе вещание может быть на других частотах. В общем-то, любую антенну надо пробовать. Потому что вот здесь так, я не говорю, что она везде покажет хорошо. Я вам показал пример того, что практически 5 километров от вышки. В общем, это уверенная зона приема, городская черта. И не везде так хорошо, не в каждом городе. Это просто даже, я бы сказал, может быть, это парадоксы Полтавы. Но я уже вот такую рекомендацию, по крайней мере, могу для полтавчан выдать, что антенна «Энергия» работает в Полтаве. Даже в комнатном варианте. А дедушка сказал, стал мне вот эту. Это солиднее. И выглядит, и устойчивее, и... ну, я не знаю. Нравится. Пусть вот это. Она, конечно, такая потяжелее. С нею можно лучше управляться, вот направление антенны менять, удобства определенные такие при положении, чтобы она не мешала. И повыше можно здесь что-то положить рядом с ней, а то пониже. В общем, антенны у «Энергии» на любой вкус и какую захотите. И она тоже справляется чудесно с этим приемом. Так что очень часто в моей практике я обходился для приема Т2 пассивными антеннами без усилителей, и они прекрасно работают, выбор за вами. Устанавливаю новый телевизор. Вчера купили. Смотрите. И что вы думаете? У всех соседей здесь польская антенна, а она-то и не нужна. Зачем вот эти все усилители? Ребята, вот антенна. Антенна «Энергия», комнатная антенна. Все 32 канала. Я сейчас включу GPS, включу на телефоне, покажу, где мы находимся относительно вышки. 9 километров от вышки. Но, правда, вот в ту сторону четко, вот там вот телецентр. Ну, конечно же, город перед нами. Что за антенна? Антенна «Феномен 2». Для цифрового телевидения Т2, а другого-то уже и нет, аналогового нет. Если бы была аналоговая, то эта антенна чудесно бы справлялась с приемом аналоговых каналов. Пассивная, значит, без антенного усилителя. «Энергия», торговая марка, Харьков. Смотрите, у «Энергии», у торговой марки «Энергия» очень много разных антенн для любых условий приема, в том числе даже очень сложных. Я покажу эти антенны на стене, которые здесь у соседей. А я решил попробовать сразу с вот такой. И, соответственно, могу вам поклацать сейчас, мы посмотрим. Польская антенна. А обязательно польская. Может быть, и не нужно никакого усилителя. Может быть, будет ловить комнатная. Сейчас проверим. Смотрите, я не буду все показывать. Можете мне верить. Я не буду показывать полностью изображение, потому что авторское право, и могут этот ролик просто забанить из-за того, что там какое-то кино попадет. И скажут, что я ворую авторские права. Ну вот пятый канал можно. Пятый канал можно. И сейчас включаю телефон свой. Включаю телефон. И мы с вами смотрим, где я нахожусь. Где я нахожусь. Maps ME сейчас. Так, Maps ME. Так, что там у меня? Включен GPS. GPS. Удобная программа, кто не знает. Надпись Полтава. И вот желтый значок, это полтавская телевышка. А я вот где-то сейчас вам покажу, где я нахожусь. Смотрите, вот где находится мое местоположение. Гожулы. Гожулы, Полтава, желтый значок, вышка. И давайте посмотрим, что нам тут показывает. 5 километров. 5 километров. Запомнили отрезочек этот? И 5 километров. Но я вам скажу, я смотрел вот это расстояние в компьютере 9 километров. То есть мы сейчас вот там вот находимся. Как раз окна в ту сторону, это хорошо. На расстоянии 9 километров. И комнатная антенна без всякого усилителя. Показываю вам, что это правда. Антенна подключена к телевизору. Все. Берите пример. А то начинают там только с усилителем, там только польская. Другие работать не будут. Будут. Магазинная антенна в моих руках. Антенна торговой марки «Энергия», город Харьков, для цифрового телевидения Т2. Качественные материалы, точность изготовления, механическая прочность, удобство монтажа. Все это присуще антеннам торговой марки «Энергия». А я рекомендую антенны «Энергия» и как телемастер, и как давний-давний установщик.